Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной трешачок. Наконец-то я апнул. Немножко немало, всего лишь 1 200 000 силы, и дальше она будет апаться у нас. Что могу сказать? 30-е прорывы некоторые герои реально удивляют. Как обычно, подгончик от админ панельки. Не знаю, смотрю все больше и больше. Здесь продают камни, и они все дешевле и дешевле, но все как обычно, где-то недельки две, но такое чувство, что что-то нас ждет в обнове грандиозное, потому что на английском сервере мега скидки. Возможно, это 4 дня пока что, ну не знаю. Но ребята тут трешуют по полной. Чего не скажешь о Китайке, например, там, либо о каком-то другом сервере. Видите, книги у меня 10 тысяч книг подвисло сейчас. Мы сейчас качнем кому-то прорыв. Вот такой вот коллекционер, обалденный коллекционер, особенно для бездоната, возможность получить значки почета за бочку. Были и слизни топовые, видите, за седну тоже неплохие плюхи дают. Дискаунт, сейчас побегаем, посмотрим, что у нас тут есть. Сегодня по дискаунту. Так. Ну, этих вон дофига, дофига всего. Давайте сейчас посмотрим, что такое интересное. Ожог продают. Вот, ребятушки, очень круто. Давайте, free refresh, минус 60%. Ожог по-любому забираем. Отлично. Ну, руны мне эти не нужны. 8161 руна. Что я с ними буду делать? Это 816, по сути, героев можно качнуть. 10 алтарей. Или 8. В общем, вот так вот. Посмотрите, продают сегодня выживание за эти, а вот рвение неплохо за самики. Отлично вообще. Поехали дальше. Так, вот они, кристаллики. Маленькая какая-то скидочка. Вот, давайте, вот, смотрите, оп. 50%. Правда, мы тут наролили. Но посмотрите, сколько продают. 1000. Ну, мне эти не нужны, эти я буду сейчас продавать за самоцветы. Поехали дальше. За желтенькими. Неплохо и такие продают. Но дороговато, конечно, сундуки, но можно нормальные плюхи получить. Поехали дальше. Вот опять отлично. Минус 50%. Забираем. Хоть ожогов вытаскиваю немножко, то их так в основном не продают. Говорю, вообще топовые, топовые магазин скидок. Вот СО, пожалуйста. Ой, вообще минус 70, надо забирать. Забираем. Но, кстати, вот камешки не очень продают. Такс. Забрали. Ну, есть вещи, некоторые выгодно забрать, некоторые не очень. Вот эмблемы у меня тоже как бы хватает, я их даже не открываю. Так, ну за 6 давайте заберем. Так, отлично. Итого 7500 и 3 ожога у нас есть дополнительно. Супер. Раньше, блин, думал, где эти камни столько набрать. Если они вообще копейки стоят. Так, тут так фон я и не могу выиграть. Так, хорошо. Что у нас еще тут интересного есть? Андера нет.
Поехали посмотрим, кого мы будем качать. Так, я качнул уже, кстати, Бигфута. На него обзорчик вы тоже увидите. Асурик мне тоже понравился. Командора неплохая. И теперь у нас следующий герой на прокачку. А вот кого качнуть? Даже не знаю. Так, кто у нас такой интересный, используется часто? Можно, конечно, героев на архи поперекачивать. Ну, давайте, многие просят и черепа показать, и вольта показать. Я как бы черепа так не особо часто использую. Давайте Анубиса качнем. Ради интереса. Ну как ради интереса? Просили, качаем Анубиса. И вот думаю, кого еще качнуть. Тыковку можно тоже, кстати, качнуть. Видите, опять них немерено. Не могу открывать сундуки. Придется перекачивать героев. Я думаю, так, не знаю, посмотрим. Основу всю качну на 30-е, там дальше будет видно. Ронинов смысла нету всех качать. Да и за силой тоже, как видите, гнаться нет. Нету смысла никакого. А так основу подкачать можно. Можно под архидемона героя будет, наверное, следующим этапом. Посмотрим. На этой неделе будет обнова, и будет видно, что будет дальше. Очень много интересного, думаю, будет в обнове. Так. Да, камни прям апекса прям раздают. Ну, точно так же было, можете вспомнить, как мы качали 20-е прорывы. По чуть-чуть, сейчас посмотрите, по 10 тысяч продают за большой пак. Но их надо очень много, особенно желтых, красных. Я просто продаю уже за золото, потому что я не могу открывать итемы. Надо будет, наверное, еще перекачивать некоторые героев стареньких вернуть. И, возможно, гарнизон качнуть вместо Ронина. В принципе, особых наций за силой я тоже смысла не вижу. Все равно везде ограничения, скажем так, а бонусов и плюшек за силу я никаких не имею. Ну, чисто то, что больше там силы, чем у всех. Да и все. Кстати, вот сегодня правильный базар, хорошие плюшки именно для прокачки прорывов. Так, с итого. Тридцатый Анубис. Ну, правда, я не знаю, он там особо отличаться, я бы не сказал, что будет, так как он наносит процентуально, но держаться он должен получше, однозначно. Так, ну что, следующим по востребованности, скажем так, кого интересно будет посмотреть, это, конечно же, черепа. Давайте его качнем.
Тоже сделаем 30-й, потестируем, как он будет себя показывать. Но, как видите, ресурсов уходит немало на героев. Ну, силушка растет. По сути, я мог бы уже намного больше сделать героев 30-х, я некоторых бы переводил на 21-й, чтобы минут 200 качнуть. Но толку от этой силы никакого. Я уже показывал, даже от прокачки этих зданий и реально ничего не меняется. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, 22-го, видите, сделал Крутителя случайно. Ну, в принципе, нам камней все равно хватит. Так, 27-й. Фух. Пишите в комментах, с каким талантиком вы хотите увидеть черепа. Можно, в принципе, ему ремку поставить. Ну, снимает многие с него баф, но чисто на каких-то локациях потестить можно будет. Вот так вот. Чик. Вот вам максимальный череп. Тоже у нас уже есть. Так, окей. С этим, в принципе, разобрались. Пишите в комментах, что вы хотите увидеть. Сейчас мы пооткрываем немножко сундучки еще. Что у нас тут еще интересного есть? Accumulation Bonanza. Давайте посмотрим, что там у нас сегодня интересного продают. Ну, награды, конечно, ни о чем. Ну да ладно. И на этом, в принципе, спасибо. Так, забрали. Ай, книги забрал. Сейчас не смогу ничего опять открыть. Идем попробуем. Мне пока дают открывать. Ну, все, видите. Вот так вот книги открывают, точнее эти открываются. 1200 сумок тоже не могу открыть, к сожалению.
Так, седьмые открываем. Даже ремочка не упала. Печально. Все, пишите комменты, лайки, репостики, все дела. Всем удачи, всем пока.